дорогие друзья, я вышел на эту сцену, чтобы вручить Александровичу государственную награду Российской Федерации. Решение об этом президент наш принял несколько месяцев назад, но пока шла почта, пока мы все организовывали, вот мы решили с Александровичем сделать этими гражданами сегодня. Я вообще так очень легковесно согласился с тем, что давайте сделаем в конце спектакля, а сегодня я взволнован уже на сцене. Я подготовил выступление, в котором есть правильные слова про партию, правительство, отношения между нашими странами, культуру, значение театра, репомены и так далее. Но после такого спектакля говорить такую речь нет никакой возможности. Деваться некуда. Вот и смотря ваш спектакль из шестого ряда, я думал, что вообще, может быть, вас можно было не медалью наградить, а орденом. Но потом я подумал, что, в общем, награда на граде рознь. Вот есть много военных орденов. Орден Победы с миллионным бриллиантом, слава и так далее и тому подобное. Но есть медаль за отвагу. И все знают, что эта медаль дает тем людям, которые действительно проявили отвагу, действительно совершили какой-то подвиг. И вот награда, которую я вам даю, называется медаль Пушкина. Это медаль, но это медаль Пушкина. Я очень рад, что я вот за период пребывания здесь, в Азербайджане, дожил до этого момента, когда я вот могу выполнить поручение моего президента и вручить вам эту медаль. Президент не смог приехать, но он меня, в общем, как бы облагородил и обрадовал получением эту награду вам вручить. Позвольте это вам сделать. Я вас хочу поздравить и пожелать вам одного. Делайте новые хорошие спектакли. У вас это здорово получается. Владимир Ильич, это тоже отдайте мне. Народу, я, конечно же, очень благодарен президенту России, господину Путину, за так высокую оценку моего скромного труда. Я вам благодарен, что вы так нежно и так радушно мне ее вручили. Но я не могу не сказать слова благодарности в адрес моего президента, который подарил мне этот театр, мне и моим коллегам. Много делает для нас, в том числе лично для меня. Я хочу поблагодарить мой любимый театр. Все службы, начиная от директора, ошибки. Видите, сколько костюмов. Одевающихся, гримеры. И, конечно, своих братьев, актеров, без которых театр существовать не может. Конечно же, я хочу поблагодарить вас, потому что без публики в зале театра тоже нет. И, конечно же, я хочу поблагодарить свою родину, свой Азербайджан. И перефразируя слова известной песни, я другой такой страны не знаю, где так вольно может жить еврей. Теперь можно нести цветы. Спасибо вам. Мы счастливы. Дайте музыку, дайте вам.